Снова здравствуйте, снова с вами я. Слышно меня чуть хуже, потому как я перед посылкой. Потому как она не влезает в кадр, пришлось положить ее на пол. Не знаю зачем, но в предыдущем видео меня попросили сказать Пьер Ришар и Жерар Депардье между бронетранспортером и рефриджератором. Что в этом прикольного, я не знаю, но я сказал. Мне не сложно. Значит, снова с вами я, Михаил, канал «Картавый блогер». И достаточно большая посылка. Вот пакетик, наверное, можно было даже заклеить. Заклеивать не стали. Странные люди. Верят они курьерам. Потому как принесли все это дело курьерской службы на дом. А еще у меня зверь появился. Иди сюда! Вот такой вот. Ай, ай, ай. Небольшой звереныш. Когти ужасно острые. Владимир Михайлович боится. Меня с супругой дерет. Кошак умер, видимо, мышку съел отравленную. Вот сейчас глистов протравим, привьем и уйдет в дом. Значит, еще раз, да, это у нас WorkPro. Достаточно интересная контора, которая делает много разного инструмента. Но инструмент я там не заказывал. А вот сумочка очередная пришла. Значит, можно вот таким вот образом. А можно вставить дно, и оно будет широкое. А боковые ребра жесткости, они на липучках. Не боковые, а боково... Не, боковые. Вот второе ребро жесткости у нас тоже есть. Делаем все это дело. Вот так. И получаем вот такую чудесную сумку. Чудесна она чем? Да, есть ручка. Где мой нож? Ручка металлическая. Ребра жесткости у нас получаются простенькие. Можно сложить. Опять она будет мягко. И, собственно говоря, навалить сюда можно много разного инструмента. А плюс здесь есть кармашки, много разных разнообразных. И опять же кармашки, двойные причем кармашки, есть здесь. Еще здесь и еще здесь. Но, правда, нету карманов, которые бы застегивались бы чем-нибудь, чтобы все это дело держать. А помимо прочего, ее можно повесить на плечо и с ней пойти. По цене... Что-то там 1000, по-моему, с небольшим. А по факту, ну, классная сумка, которую принесут на дом. Подойдет для всяких там электриков, сантехников, да и просто людей, которые нет-нет. Но готовы своими руками что-либо поделать. Что еще рассказать? Да, наверное, все. На этом обзор можно закончить. Сумочку отдать. Пускай человечек ей пользуется и будет доволен. Давайте еще раз ее разберем. Убрали одно ребро, убрали второе. Подняли пол. Получили вот такую вот тонкую штуку. Опять же, снизу достаточно прочный набалдажничке. То есть, если ее ставить, дно какое-то время поживет. За сим все. Всем всего. До скорых встреч.